Четвертьфинал ярный. «Авангард», ТВ ПМР, «Аварим». Последние минуты матча. Телевизионщики горят. 0-1. Создают момент за моментом, но мяч отказывается залетать в сетку. Очередная атака. Михаил Абрашин сбрасывает Олегу Гуменюку. Прострел. Михаил Шевченко выигрывает борьбу. Никита Степанов отдает шикарный пас. И кэп Виктор Носенко решает. Фанаты «Авангарда» выдыхают, но это еще не все. Дальше серия пенальти. Их телевизионщики редко бьют, привыкли к булитам в «Амалиге». Но с первого удара понятно, с точки бьют качественно. Виктор Носенко забивает первый. Голкипер Сергей Журик творит свою магию. Если надо, силу штанги призовет, либо просто внушит страх в соперника, и он ударит сильно выше ворот. Точку в матче из разряда валидольных ставит Никита Степанов. Это его дебют на ярне. Никита по объективным причинам не играл, просто в начале турнира мы знали, что он присоединится к команде уже ближе к плей-офф. Хорошо сегодня сыграл и дальше будет только прибавлять. Хорошо символично, что забил решающий. Еще один яркий герой матча – Эдди Джейкоб из «Аварима», легионер из Кот-д'Ивуара. Он и гол забил, и танец провокационный станцевал. Good game. Хорошая игра с отличной командой. Мы тоже сыграли на уровне. У нас очень хорошая команда. Мне приятно здесь играть. Стараний Эдди для сенсации не хватило. «Авангард» ТВ ПМР на характере вытащил матч и вышел в полуфинал ярны. Хорошая игра. Спасибо сопернику за то, что было сегодня интересно. Я думаю, это для нас хороший матч с точки зрения того, что в будущем еще не раз будут эмоциональные концовки, и нужно из них с честью выходить правильно, здорово реагировать спокойно на то, когда что-то не получается, когда мяч в ворота не идет, когда что-то не устраивает из каких-то нефутбольных факторов. В общем, делать правильные выводы и побеждать в любой ситуации. Мне матч очень понравился. Мы готовились, мы знали, что матч будет непростой, что будет боевая игра. Поэтому мы знали, с кем играем. В полуфинале телевизионщики постараются подпортить праздник Дня защитника Отечества СКА-армейцу. В четвертьфинале спортивный клуб армии разобрался с парнями из Григориополя. Разгромили ИСМ-2017 со счетом 9-0. Игра по счету, конечно, у них команда поопытнее, постарше. Но в связи с тем, что у нас сегодня не все игроки еще были, дали многим поиграть. В финале турнира точно будет «Динамо» и «Слободеи». Основы милиционеров разобрались со «Стандартом» 4-1, а дубль только по пенальти смог обыграть молодой и дерзкий юниор. В субботу на городском стадионе «Динамовское дерби» и «Авангард» против «СКА-армеец». Оба матча стартуют в 12:00.